В Раменской школе номер 8 сотрудники госавтоинспекции провели с детьми тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню матери. Этот праздник принято отмечать в последнее воскресенье ноября. Полицейские рассказали школьникам об основных правилах для пешеходов и необходимости использования в темное время суток светоотражателей. У нас сегодня в 8-й школе прошел самый из чудесных праздников, который мы очень любим, и наши детки тоже. Мы провели мероприятие «Засветись», социальная кампания, которая проходит уже почти 2 месяца, скоро она заканчивается. Но так как социальная кампания заканчивается, но наша работа по безопасности дорожного движения и в этом направлении, она всегда будет идти. Я считаю, что, конечно, полезно проводить такие праздники, и детям обязательно нужно рассказывать о правилах дорожного движения, разъяснять, как себя вести на дороге, как правильно переходить дорогу, как себя вести в машине. И во всех этих случаях нужно очень это разъяснять детям обязательно. А мероприятия такие сплачивают и объединяют, и сдруживают детей. И это очень полезно и очень хорошо. Родители понимают всю важность просветительской работы, которую проводят госавтоинспекторы. Детям важно знать основы безопасного поведения на дороге. Нужно проговаривать, обязательно показывать своим примером, как это нужно выполнять. Я сама тоже являюсь автомобилистом и вожу машину, и обязательно всегда ребенку разъясняю, как себя нужно вести. Это нужно делать, это обязательно нужно делать в семье, не только в школе. Многие женщины сами являются пешеходами, а это событие приурочено ко Дню матери, безопасности на дорогах и важности ношения на одежде светоотражающих элементов. Это особенно актуально в зимнее время, так как темнеет очень рано. Дети своими руками изготовили для мам светоотражатели в форме сердец. Мы готовились очень серьезно, и уже за неделю деткам дали задание, чтобы они придумали различные полезные подарки на эту тему. Поэтому был проведен конкурс, ребята принесли очень много поделок, в основном это были сердца, и акцию они назвали «Мама, засветись». Это очень символично, потому что наши мамы, они тоже являются пешеходами, и наши детки очень заботятся о здоровье своих мам. Я к нему готовился серьезно, делал светоотражатель весь вечер, который хотел подарить маме. Это очень важно сейчас, потому что темное время суток, уже ночь становится длиннее. И поэтому машина, когда мы переходим по пешеходному переходу, то машины могут нас не заметить. Я первый раз, когда услышала, то, что такой праздник будет проходить, я сразу объяснила маме про этот праздник. И я сразу сказала, чтобы она меня не отвлекала, чтобы я занималась и также готовилась. По завершению мероприятия дети во дворе школы исполнили флешмоб и провели фотосессию. Сергей Дружинин и Егор Кабанов для программы «Городские вести».